«Мало знать только свои обязанности. Важно понимать, как устроена вся система», – считает Виктор Громов. По образованию он строитель, но уже больше 30 лет работает в Барнаульском водоканале. Пришел когда-то на практику, так и остался. Начальник цеха очистных сооружений поделился. Профессия водопроводчика, несмотря на трудности, все равно интересная. Важность трудно переоценить нашу. То есть интересно, вы видели, да, какая, например, вода приходит, какая уходит. Да. То есть я горжусь своей работой, да, что мы можем это делать. Когда-то как-то я немножко стеснялся, да, ну, что такое канализация, да. А сейчас просто кто, если не мы? Да, если ты речную воду очистить, ну, попроще, там нет биологии, там нет многих вещей, да, которые здесь присутствуют. Виктор Громов не только в совершенстве знает весь процесс производства, но и то, как заинтересовать и удержать только пришедшие кадры. За время своей работы начальник цеха выучил как минимум 20 человек. Они и сегодня продолжают трудиться под началом наставника. Кстати, самое большое количество студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Барнаула проходит производственную практику на Барнаульском водоканале. Научить нельзя, можно только научиться. Чтобы хотеть научиться, это надо, например, с детства уже понимать, или со школы, да, понимать, что ты склонности своей профессии технической или гуманитарной. Мы стараемся максимально вложить знания, которые знаем, и тут же на практике показать, что у нас, зачем, для чего. Все-таки у нас профессия серьезная и благородная, скажу вам, да. То есть превращать то, что идет по канализации, в чистую воду, это волшебство, которое там я до сих пор не все понимаю, как это все происходит. Виктор Громов – единственный на предприятии руководитель, чьи молодые специалисты ежегодно участвуют со своими проектами и разработками в научно-практических конференциях. Специалист сам неоднократно разрабатывал проекты по работе на очистительных сооружениях, по которым на предприятии сегодня обеспечивают высококачественную очистку сточных вод. 9 июня Виктора Громова губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградит знаком отличия за наставничество в здании правительства. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости.